Слушай. С тобой говорит голос в твоей голове. Он тебе не принадлежит. Я знаю, откуда он. Отрицай. Голос? Да, голос. Нет. Говорит тебе разные вещи. Отрицай. О чем ты? Я ничего не слышу. Я не слышу никаких голосов. Ты что-нибудь слышишь? Постой, я прислушаюсь. Отрицай. Ты уверен? Никаких голосов? Да. Ладно. Ух ты. Молодец. Стараешься как лучше, получается хуже. Сегодня ты на высоте, а завтра ебальником лужи. Это закон природы, так повелось народа. Каждому свое, кому-то смерть, кому роден. Нельзя сидеть сложа руки, так можно сдохнуть от скуки. На этой почве молодежь себя прокалывает руки. Двери стуки напоминают приход в звуки. С домом неудачное событие следы ставит комом. Там, пускай решат свои проблемы там. Пускай гадают долго, где мы там. Бывают очень холодные стены, но там наш дом и ему нету замены. Там, пускай решают свои проблемы. Там, пускай гадают долго, где мы там. Во мраке этой системы ангелы против демонов, все по старой схеме. Помнишь голоса, о которых ты говорила? Что еще ты о них знаешь? Я думала, ты не слышишь голоса. Думаешь, сможешь выдержать правду? Ра-ра-ра-ра. Заходи, присаживайся, хоть мест и больше нет. Реальность многомернее видимого. Не секрет, тебе ее никто не покажет. Тоже не секрет. Гонишь на всех, но сейчас оставь автопортрет. Потом марафет, вспомни, кто твои отцы. Сиамские близнецы тянут за разные концы. Целое нецелостно, половина беспринципно. Заполни дефицит, ци-ци-ци-ци-ципа. Когда едет крыша, выше разум ближе. Потеряться среди движа, получится жижа. Слышал, вышел из гонки за престижем, а ты хочешь стать провокой в объятии пассатижей. Боитесь выйти за пределы цирк Шапито, беспонтовыми аргументами играя бадминтон. Чаша наполняется, пророчества сбываются. Вы сбиваетесь с пути, мы не забываемся. Нет. Там, пускай решат свои проблемы там. Пускай гадают долго, где мы там. Бывают очень холодные стены, но там наш дом и ему нету замены. Там, пускай решают свои проблемы там. Пускай гадают долго, где мы там. Во мраке этой системы. Роджер? Ангелы против демонов. Все по старой схеме. Кто ты? Кто ты? Кто ты, черт побери? Я обращусь к властям, понятно? Может, с ними. Люди должны знать, чем бы они ни занимались. Я знаю, что это незаконно. Успокойся. Послушай. Они и есть власть. Контролируют правительство, СМИ, людей, всех. Не нужны мне СМИ, не нужны власти, мне никто не нужен. Постой, Роджер. Что ты делаешь?